Крошка Антошка ТВ представляет. Учим алфавит с машинками. Это буква В. Ух ты, какая интересная техника! Все эти машины начинаются на букву В. Давай узнаем, как же они называются. Вот слева три машины на букву В, а справа силуэт одной из этих машин. Чей же это силуэт на бездорожье? Кажется, вот этой машины. А ну-ка! Отлично! Это внедорожник. В – внедорожник. А вот совсем другой силуэт. Слева остались две машины. Для какой же из них подойдет этот силуэт в небе? Похоже, именно эта машина прекрасно впишется в этот контур. У нас получилось! Это вертолет. В – вертолет. Осталась последняя машина на букву В. И, конечно же, это ее контур на заснеженных горах. Молодец! Это вездеход. В – вездеход. Мы вместе выучили букву В и узнали, какие машины начинаются на букву В. В следующий раз мы узнаем, какие машины начинаются на букву Г. До скорого! Ну что, какой мультик ты будешь смотреть дальше? Выбирай! Жми на картинку! Подпишись на наш канал!